каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. В Туве, вблизи села Сукпак Кызыльского района, завершилась гонка с преследованием международного этапа конкурса «Военное ралли» в рамках «Арми-2019». Второй этап является крайней подготовкой командной гонки к самому главному этапу конкурса. Он сложнее, чем первый. Машины соревнуются в номинации колесной формулы 4x4 и 6x6. Опасные места обозначены на картах и навигаторах. Водители по точкам опасности должны реагировать и снижать скорость. Максимальная разрешенная скорость 70 км в час. Все команды проходят инструктаж. Техника оборудована кнопками вызова экстренной помощи, сказал главный судья соревнований полковник Дмитрий Настоящий. Маршрут гонки с преследованием длиннее и интереснее маршрута первого этапа, как отмечают сами участники конкурса. Из-за высоты травы было практически не видно ям. На маршруте много подъемов. Усложнило прохождение гонки и сырость после ухудшения погоды накануне. Машину кидало на поворотах, но мы проехали. Техника осталась цела. Все хорошо, поделились участники сборной России. По итогам первого конкурса дня лидирует команда России, Китая и Узбекистана. Окончательные результаты будут известны позже. В минувшие дни глава Тувы провел традиционную встречу с трудовым коллективом АО «ТВА Энерго». Были обсуждены вопросы подготовки энергохозяйства к зимнему сезону, меры по повышению надежности электроснабжения на территории республики, а также ход модернизации электрических сетей в поселке Каахем Кызыльского района. Почти там 800 миллионов рублей. Представляете, для нашей маленькой Тувы это колоссальные деньги. Мы с вами именно благодаря федеральной сетевой компании «Россетям» вкладываем туда деньги. Никогда такого не было, по большому счету. И вот вкладывается почти там 800 миллионов рублей на то, чтобы сети поселка Каахем привести в надлежащий вид, сделать так, чтобы это было современным и одновременно безопасным и обеспечить как раз электричеством всех, кто там нуждается в этом деле. И чтобы это все было приведено все-таки нормальный современный уровень, и люди были обезопасены от всего того, что может быть. Вот это здорово. У меня вообще большая мечта по поводу того, чтобы когда-нибудь Каахем, не когда-нибудь, а в самом ближайшем времени Каахем стал городом КЗУ, потому что де-факто это реальность и есть, а с другой стороны это просто деревня, которую нужно превращать городского поселения, которое должна иметь свое центральное отопление, централизованное электричество, в должной мере развернутую социальную структуру и так далее. Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 годов энергетиками выполнена на 67%. Завершаются работы по капитальному ремонту трансформаторных подстанций в количестве 52 единиц. Из плановых 86 единиц и воздушных линий электропередач выполнена плановая работа по замене более чем 640 деревянных опор линий электропередач на железобетонные. На данный момент идет работа по модернизации электрических сетей в ПГТ Каахем. На реализацию проекта предусмотрено 732 миллиона рублей. К электрическим сетям будет подключено более 800 просроченных частных домовладений и социальных объектов. До фестиваля Хоумэй в центре Азии осталось 8 дней. Зарегистрировано 137 участников. Приедут исполнители и гости из 6 зарубежных стран – Японии, Финляндии, Франции, США, Монголии и Китая. Россия будет представлена исполнителями из Хакасии, Бурятии, Санкт-Петербурга и Тувы. Хедлайнерами фестиваля в этом году станут 6 исполнителей и коллективов. Среди них художник и экспериментальный музыкант из США Арингтон Де Денисо. С 16 по 19 августа он проведет мастер-классы по импровизациям и экспериментам с древними музыкальными формами. Участники из Японии – постоянные гости Тувы. Например, Коичи Магиками известен тувинским меломаном уже давно. На тувинской земле выступит заслуженный артист Монголии, глава Всемирной ассоциации горлового пения Хосо Данга Хосбояр. Как отмечают организаторы, насладиться мастерством участников сможет каждый желающий. Открытие фестиваля 16 августа пройдет на площади Арата. Начнется торжественная часть парадом от здания Центр тувинской культуры. Бесплатно можно попасть и на конкурсные прослушивания в Центре тувинской культуры 17 августа. Награждение обладателя гран-при состоится также на площади Арата 19 августа. После торжественной части пройдет этнодискотека.
Каждая вторая российская семья имеет непогашенный кредит, посчитали аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения. Чаще всего такие займы имеют молодые люди от 25 до 34 лет, от 35 до 44 лет и сельские жители. Реже обращается к кредитам молодежь в возрасте до 24 лет и пенсионеры в глубокой старости. За два года доля россиян с кредитами сократилась на 6%. В 2017 году она составляла 57%. Опрос также показал, что в ближайшие 6 месяцев большинство россиян не планируют кредитных займов или покупок в кредит. 74% россиян не планируют обращаться в кредитные организации в ближайшие 2-3 года. Условно, каждый житель трудоспособного возраста имеет задолженность по кредиту в сумме 9800 рублей. Пришли к выводу аналитики агентства «Долговой консультант», которые разделили все кредитные долги населения на каждого россиянина. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых жизней удалось спасти, а сколько нет? Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП уносит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способно сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Сотрудниками полиции разыскивается без вести пропавшая Кулар Дангына Саламовна, 2005 года рождения, проживающая в Центре социальной помощи семьи и детям Кахемского района села Сарыксепа, которую 28 июля без спроса воспитателей забрала мать Саян Хемчина Итпекеева. Приметы девочки. Рост 160 сантиметров, крепкого телосложения, волосы коричневые, была одета, футболка коричневого цвета, шорты джинсовые. Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просим сообщить в полицию по телефонам 8-394-22-2-21-48, 8-999-308-50-38 или 102.
Напомним, что ранее сотрудниками полиции села Сарыксеп был выявлен факт ненадлежащего исполнения 45-летней женщиной родительских обязанностей по воспитанию и содержанию своей дочери. Как пояснила женщина, она придерживается определенных убеждений и воспитывает свою дочь в соответствии с канонами, которые должны соблюдать приверженцы духовного учения, а именно она запрещает ей посещать занятия в школе. А в случае заболевания дочери за медицинской помощью она не обращается. По данному факту в отношении женщины дознавателями возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции установили, что девочке негде спать. В доме отсутствует отопление, продуктов питания в доме нет. Вместе с органами опеки и попечительства сотрудники полиции поместили девочку в центре социальной помощи семье и детям. Иркутские дети побывали на приеме у министра образования и науки республики. После сегодняшней насыщенной культурной и оздоровительной программы для детей из Иркутской области, отдыхающих в детском лагере «Юность», после обеда были организованы банные процедуры в городской бане номер 2 города Кызыла, где все дети с удовольствием помылись и попарились. После банных процедур их ждал презент от Министерства образования и науки. Это новая спортивная форма – белоснежные спортивные кеды, футболки и бейсболки с изображением герба Тувы для всех. Нарядившись в единую форму, ребята поехали на прием к министру образования и науки Татьяне Санча. В свою очередь министр провела мин-экскурсию, рассказала о природе и достопримечательностях республики, также пригласила маленьких гостей посетить новую аграрную школу в селе Иитал и государственный лицей Тувы. Завтра, 7 августа, детей ждет экскурсия в Италскую аграрную школу, где они пробудут до 14 августа. По дороге в село Иитал посетят этнокультурный комплекс «Алдын-Булак». В новой школе их ждет насыщенная культурная развлекательная программа, подготовленная коллективом школы. С 15 августа детей принимает творческий коллектив педагогов государственного лицея, где тоже подготовлена научно-образовательная и культурная программа. Сотрудники читального зала Национальной библиотеки имени Пушкина не смогли оставить незамеченным 9 августа, ведь этот день – один из самых лучших неофициальных праздников – День книголюбов. Этот довольно интересный праздник, отпраздновать его можно по-разному – или посетить библиотеку, или купить, или подарить книгу, тем самым порадовав родных и близких. Общение с книгой, будь то сказка, рассказ, повесть, стихотворение или роман, никогда не заменит интернет. День книголюба – праздник, который отмечают не только писатели, поэты, литераторы, издатели, типографии и книжные магазины, но и читатели, благодаря которым книга остается востребованной. Для библиотеки одна из главных задач – популяризовать чтение. Поэтому библиотекари советуют посетить библиотеку и выбрать книгу на свой вкус. Тем более в читальном зале появились новинки. В этот день у нас будет действовать однодневная акция «Favorite Book», в результате которой записаться в библиотеку может абсолютно бесплатно по промокоду «Книголюб». Всех пользователей в этот день ждет подарок. Книга по акции «Книга в добрые руки». Приходи сам и расскажи другу. Окунуться в атмосферу чтения – это своего рода особое таинство. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах. От Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. По республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. В Кызыле переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозе порывы от 12 до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 27, плюс 29 градусов. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.